Всем привет, меня зовут Владимир, фамилия Курган. В радиоэфире я представляюсь под псевдонимом Владимир Мирный, и в данный момент меня можно услышать на Европе Плюс. Это волна 102.5 FM в Днепропетровске. Работа на радио – это как душевный порыв, порыв творческий, как и в целом радийное ремесло, и, естественно, дело это любимое. Работаю на радио с 2004 года и стенами эфирной студии себя не ограничиваю. Еще будучи студентом вуза, начинал вести вечеринки в ночных клубах, это был далекий 2001 год, потом спектр деятельности расширялся, и в итоге на день сегодняшний за спиной уже не одна сотня мероприятий разной сложности и абсолютно разноплановой тематики, будь то костюмированный Хэллоуин или частный праздник, или корпоративное деловое мероприятие, или свадьба, или день города на большой сцене. Молчу уже о розыгрышах и презентациях, вплоть до академического ведения для городской администрации на сцене исполкома. То есть, как вы видите, все зависит от поставленных задач. Единственное, что не меняется, это ответственное отношение с моей стороны к ее решению и, как показал 10-летний опыт, искренняя благодарность со стороны заказчика за проделанную работу. Меня зовут Владимир Мирный, ведущий на радио Европа Плюс, и надеюсь, также и ведущий того события, которое заставило вас досмотреть мой промо-ролик до конца. Всего вам доброго, до скорых встреч!